При проверке сыра Пашихонский Савушкина продукта пострадала тарелка. Сам сыр должен был быть расплавленным, но из него получился какой-то драник. Сыр российский Рогачев в принципе ничем не отличается от Пашихонского, кроме того, что целая тарелка. А так все то же самое. То есть либо в рекомендациях неправильно указывают время, то есть не минуту, а меньше, либо может что-то не так с сыром. Сыр бабушкина крынка попробовала поставить на 30 секунд. Вроде плавится, однако появилась какая-то жидкость. Ну, не слишком выглядит презентабельно, чтобы намазать на бутерброд, но как-то так. Пробуем скатать сыр Рогачев. Уже слышу, как оно крошится. У меня остается весь на руках. Ну, то есть, в принципе, ничего не получается. Расползается кусочками. Пашихонский, Савушкин продукт. То же самое. Даже вообще ни во что другое не скатывается. То есть он не рвется. И бабушкина крынка то же самое. Берем кусочек. Опять же, только одни кусочки скатываются. То есть кружочек он не скатывается.